СМИ назвали самые ожидаемые сериалы 2018 года. В список вошли «Американская история преступления» и «По ту сторону». Американский журнал Esquire опубликовал список самых ожидаемых сериалов 2018 года. В списке фигурируют новый сезон «Американская история преступления» об убийстве Джанни Версачи и мистическое телевизионное шоу «По ту сторону». Также в список эксперты включили научно-фантастический сериал «Видоизмененный углерод», супергеройский боевик «Черная молния» и драму «Чи». Кинокритики выбрали лучший фильм года. Фигурируют в перечне комедия «Хорошие девчонки», перезапуск ситкома «Розанна», документальный сериал о земле «Этот странный камень» от National Geographic, шоу Вана Джонса, сериал по мотивам фильма «Смертельное влечение», комедии «Два Доуп Квинзы Гроуныш». Ранее корреспондент Нет сообщал, что названы самые популярные фильмы и сериалы по версии поисковика Google. По материалам сайта Newsgra.com.